Сегодня впервые я держу в руках ракетку большого тенниса. И в детстве в селе мы занимались бадминтоном, настольным теннисом, волейболом. Но я всю жизнь мечтал сыграть вот большой теннис. И благодаря Арктическому государственному агротехнологическому университету я осуществил свою мечту детства. Я начал заниматься большим теннисом. И в те годы я наблюдал за игрой таких известных теннисистов, как Андре Агасси, Борис Беккер, Мартина Навратилова, потом из наших российских Курникова, Шарапова Мария и так далее. Но большой теннис – это очень интересный вид спорта, и во всем мире им очень интересуются и любят этот вид спорта. Стоит на третьем месте после футбола и спортивных автомобильных видов спорта. И вот мы в Арктическом государственном агротехнологическом университете, благодаря таким энтузиастам, как Сергей Ильич, который уже 20 лет занимается и тренирует у нас по большому теннису, Арктический государственный агротехнологический университет имеет возможность предоставить услуги индивидуальной подготовки, проведения мастер-классов именно по большому теннису. Я сегодня очень счастлив, что благодаря нашим энтузиастам, преподавателям и Арктическому государственному агротехнологическому университету я осуществил свою мечту детства. Спасибо за это нашему университету. Вообще теннис является одним из самых популярных видов спорта в мире. По исследованиям маркетинговых агентств, теннис входит постоянно в течение 20 лет в тройку самых популярных видов спорта. Да? Наряду с футболом, Формула-1 и вот третий вид тенниса, это около 20 лет, он входит по рейтингу самым популярным, самым таким видом спорта, где занимаются очень много людей, очень много федераций с каждой страны, да. Но в России теннис начал развиваться с 19 века, а в Якутске мы начали развивать теннис с 2000-х годов. По инициативе тогдашнего ректора Владимира Леонида Николаевича мы открыли здесь федерацию тенниса в 2007 году и, в принципе, начали играть. Да? Дети, студенты, очень много студентов занималось. Дети занимались. Хочу отметить, что наши юные теннисисты тогда завоевывали места и в российском теннисном туре в Хабаровске, в Владивостоке. Ну, сейчас тоже взрослые играют, дети играют в теннис. Ну и продолжаем развивать этот вид спорта в нашем университете тоже.